Ты когда? Представляешь, на века останется наш этот разговор. Тоже наш огород. Тут растет огурцы, кабачки, помидоры. А раньше еще у нас вон там был огород. 10 соток картошки до самых вот тех деревьев. Я не помню, куда раньше. Ну, надеюсь, по два всем хватит, да? Мы можем раскатать большую пышку, все туда выложить. И будет много. Сейчас вот полепим и можно ставить масло. Каждый пирожок все больше и больше мяса. А ты положи так, чтобы не было, чтобы оно прожарилось и не было сырым.
мясо не дожарь, а рыбу пережарь. И сами мясо. Ну вот сама там буду. Бабушка твоя Наташа, вот так-то я обрезаю виноград, а вот я тебе молодая. Вот тут поискай свою маму. Твоя вот она мама, а это тетя Люда, а это Алима, а это я. А это вот я виноград режу, видишь? Причесон, я в маме дурочка. Бабушка Наташа. Вот это кто? А кто это? Рядом сидит с тобой. Мама! Бабушка. Бабушка. Да. Далёкая. А это моя прабабушка, видишь? Где бабушка? Вот она, правильно. Глянь на твою мать, Галь. Руки растопырила, а вот мои дети. Галина мама и Галин дядя. А вот бабушка твоя учится, видишь? Вон она сидит. Где твоя мама тут? Да нет. Это Люда. Вот она. Не похожа вы на меня. А вот, это кто? Кто это дочь? Видишь, какая красивая. Красивая у меня дочка. Вот когда ты вырастешь, замуж будешь идти, вот так вот наденешься.